Здравствуйте, дорогие товарищи. Ну что же, момент истины. Момент развилки сюжета, или, по крайней мере, такое ощущение. Сейчас мы развалим Филатову. Хочешь поискать что-то еще? Ну, в смысле? Все, идем, идем. Все, идем. Окажемся в лифте с молодой, симпатичной девушкой. Мне искренне жаль, что тебе пришлось пережить все это. Твою ж мать! Опять началось! Нет, только не сейчас! Не здесь! Да. Человек с гранатой. А, точно, там же сфинктер был. Какая херь, да? Ладно. Нет. Нет, не работает. А, все равно отправляет, да? Ну, пойдемте. Мы еще во тьме, сынок. Я котик, у меня в лапке. Почему я котик? Непонятно. Может быть, кто-то ходил на мне. Молот, шмолот. Ту книгу, которая мешает делиться знанием с людьми. Это книга человеческой жадности, человеческого эго. У людей нет времени погружаться в науку. На той стороне планеты они играют в деньги, а на этой. Да-да-да. Пойдемте, пойдемте, дорогу. Разбитая в дребезги корешками, которые никто не читал. Ни одна из существующих ныне социальных систем не дает человечеству полноценно развиваться. Все они ущербны. Убрать деньги, переложить труд на плечи роботов, убрать неравенство. Соедините мы в единый коллектив. Да, товарищи, да здравствует. Что-то там. Только что академик Сеченов выступил с заявлением, полностью опровергнув слухи о сбое в работе гражданских роботов на предприятии 3826. В настоящий момент работа предприятия идет полным ходом. О, вскоре очнулся, экстренный молодец. Протокол будет наконец-то. Крепко он тебя. Еще немножко навсегда там остался. Срок. Где? Где? Откуда я знаю, где тебя носят, пока ты людей кромсаешь? Ой, при дочке моей ты нормальная был, веселая. Как ее не стало, ходишь смурной. А потом как перещелкнет тебя, и все, звереешь. Повсюду только кровь да голова оторванная лежат. Тьфу ты, гадость. И о какой дочке вообще? О Катеньке моей, нашей Катеньке. Совсем тебе память отшибла? При чем тут твоя дочь? Для меня дочь, а для тебя... Екатерина Нечаева, позывной «Блесна». Отряд специального назначения «Аргенту». Так ты, значит... Теща я твоя, глупый ты дурак. Вы у Сеченова служили, пока вас террористы в Болгарии не подорвали. Катюши не стало, а из тебя Сеченов монстра сделал. А, слышал краем уха. Так а чего расселся, раз слышал? Я с тех пор за тобой и следила. Думала, что-нибудь человеческое от тебя еще осталось? Не. Прости, старая. Ни от прошлого, ни от настоящего. Ничего у меня больше не осталось. Постой, а где Лариса? Да везде теперь. Развеял по ветру девку. Старая, у тебя ствол есть? А костюмчик чистенький. Че глупости спрашиваешь? А тебе какой? Да любой, возьми и выстрели мне в башку. Правильное решение. Вышибу тебе мозги к черту и дело так, с концом. А Сеченов пусть дальше всех уродует. Пусть всех изуродует. Весь СССР, а потом весь мир. Понял, я понял все. Если не понял, вставай. Оружие я тебе дам. Много оружия. Но ты мне поклянись, что кончишь этого гада раз и навсегда. Губы-то не жуй, чего молчишь? Послушайте, старших, майор. Деяния товарища Сеченова требуют мести. Это что за говно, Сереж?
Как бы вам объяснить, Зинаида Петровна? Я Харитон Захаров. Харитон? Вот же змей! Так ты жив? Как сказать? Злой волшебник превратил меня в полимерную соплю. Погоди, Харитон, так ты чё же, и раньше бабу Зину знал, что ли, а? Вместе с Катей? Конспирация, майор, дело полезное, и против нас еще ни разу не играл. Да ты, сучоныш, от меня постоянно все скрываешь. Не играл у него. Да сечина больной на всю голову, если так поступает с людьми. А подожди, а Катя? А Катюша? Может, она тоже жива? Может и жива, но в каком виде? Посмотрите на меня, даже не знаю, что лучше. Но точных данных на этот счет у меня нет. Но это не я точно. Я умоляю тебя, Сережа, Сеченов должен умереть. Да как же вы меня задрали, ебучие пироги? Это что ж получается? На одной чаше весов у меня лживые манипуляторы, но вроде как благородные мстители. На другой советские ученые, академик, который хочет просветить все человечество, но убирает неугодных моими руками. Правда, со слов тех же манипуляторов. Я Сеченова и пальцем не трону. Хватит с меня. Отвоевался, боец. Ах ты опарыш! Тварь ты дрожащая! Вы совершаете ошибку, майор! Немедленно отправляйтесь на человека! Вам надо, вы и отправляетесь. Устроили тут самосуд. Это мой выбор. Мне с этим жить, а не вам. Согласен, при таких раскладах я Сеченову больше не поможет. И так достаточно сделал. Но и не судья академику, герою СССР и научному гению. Уверен, он знает, что делает. Да Сеченов тебя исходит! Да неужели? Тогда почему я еще не в лимбо, мать, а? А ты не мертва? Что-то не отдает мне приказов, волшебник. И, кстати, Харитон, я тут подумал. Да? Хуй на! А ведь и правда полимерный расширитель «Восход», который находится в моей голове, твое изобретение. Ты хотел использовать людей еще до появления коллектива. Может, Сеченов и хочет выбить дерьмо из голов человечества, подавив волю. Но он не уничтожает и не превращает людей в монстров вроде меня. Иначе использовал бы «Восход», а не мысли привив. Это ошибка! Ах ты, сука! На, тварь! Не отвертишься! Вот. Вот так-то лучше. Согласно данным с камер видеонаблюдения, майор П3 покинул территорию предприятия номер 3826 и убыл в неизвестном направлении. Информации о месте проведения отпуска майор П3 не предоставил. Академик Сеченов оценил данное нарушение как незначительное. В районе указанного выхода одна из камер зафиксировала неизвестный объект из полимера черного цвета неустойчивой конфигурации. В силу небольшого размера идентифицировать указанный полимерный объект черного цвета не удалось. Ну вот, как-то так. Альтернативная концовочка. На этом спасибо, товарищи. Увидимся в этой или в другой игре. Я не знаю, буду ли проходить новую игру плюс. Но вот на этом все. Спасибо, что были со мной все это время. И лайки, подписки, шары, донаты. И все. Пока-пока.